Так, друзья, всем привет. Значит, такой вот ролик на моем канале теперь будет. Зима пришла. Занимаюсь 3D-печатью, 3D-моделированием. И буду показывать, может, кому интересно будет, оставлять ссылки в описании на свои работы. Значит, такой вот заказик. Регистратор. Вот такой вот. Многие пользуются, многие хвалят их. По Bluetooth соединяются. Ну, то есть, хороший регистратор, хорошее качество съемки. Не обязательно, да где же фокус-то? Не обязательно этой фирмы, не обязательно данная модель, но форм-фактор у них много вот таких регистраторов, круглые, такие цилиндрические. Но болезнь у них оказывается вот это. Значит, сломается ушко крепления. Вот здесь две таких дужки идет с отверстиями. Да и что с фокусом-то? И вот они крепятся здесь болтиком, крепление на стекло. Но оно очень хрупкое. Говорят, на солнце рассыпается, и он просто отваливается. А заменить его... Может, разобрать его и возможно, а где-то найти его отдельно, ну, я думаю, что это нереально. Человек попросил сделать, что можно придумать, можно, может, разберешь, говорит, посмотришь, детальку эту вымеришь, напечатаешь, но я решил его не разбирать и покажу сейчас, что придумал, что сделал. Так, значит, вот он, 3D-компас, значит, сделал вот такую верхнюю деталь. Крепится он... Не стал я здесь делать отверстие 4, то есть пластик просверлит, он на винтах прикручен к пластиковой панели над лобовым стеклом в грузовике. То есть не на лобовое стекло крепится, над лобовым стеклом там карман такой, ну неважно, к пластику с саморезиками крепит он. Также можно сюда наклеить скотч 3M-овский и приклеить к лобовому стеклу, то есть вот такое вот крепление. И ответная часть выглядит вот так. То есть вот эта часть вставляется, я сборку не стал уже делать, вот эта часть вставляется в между вот этими двумя ушками, вот сюда, и ставится родной болт. На родном болту гайка потаенка, я сейчас ее покажу вам. То есть вот такая гаечка, вот он выступ, он больше диаметром, он вставляется как раз вот в это ушко, вот если присмотреться, то... Сейчас я вам попробую показать его, значит. Вот, видите, одно отверстие больше второго. То есть вот с этой стороны вставляется сама непосредственно вот эта гаечка. Вот это, под нее это и сделано. С другой стороны отверстие под шпильку. И вот сюда вставляется, значит, кольцо. Кольцо вставляется в видеорегистратор и снизу болтиком зажимается, затягивается. Получается как хомутик. И сейчас я вам покажу итог, как это все получилось, как теперь все выглядит. Вот я уже напечатал, значит, вот видите, основание, то есть кольцо это, хомутик этот вставляется в основание. Вот эта гаечка уже проскочила внутрь, то есть видите, да, выступ уже стоит внутри. То есть сторона для большего, с большим отверстием. И с этой стороны родной болт. То есть вот так это все крепится. Сюда вставляется видеорегистратор. Вот так. И поджимается болтиком. Давайте вставим регистратор и посмотрим, как это все теперь выглядит вместе. Вот так мы вставляем видеорегистратор. Фиксируем здесь снизу болтом. Подтягиваем. И можем угол регулировать. Помимо вот этого, еще и можем... То есть все в двух... двухстороннее направление регулировка, то есть может не хватить угла наклона и так далее. Вот такое крепление регистратора. Кому, если необходимо данное крепление, я вам сейчас покажу диаметр регистратора, то есть фирмы разные. Так, сейчас, секунду. Фирмы разные, регистраторы могут быть, но форм-фактор одинаковый. Да что происходит? Так, вот он, ну, 31-32 миллиметра, 32 миллиметра регистратор, 31,8. Вот такая вот конструкция у меня получилась. Кому интересно, ссылочка на модель бесплатно в описании. Переходите на сайт, скачивайте, пользуйтесь без всяких вопросов.